В республику приехала очередная группа туристов. Для путешественников из Америки провели экскурсию по равнинной части региона. Маршрут начался с мемориала памяти и славы в Насыркорте, а продолжилась экскурсия уже в столице республики. Гостям показали город солнца с высоты птичьего полета. Мы совершали тур по республикам Северного Кавказа. А Ингушетия – это основная часть нашего путешествия. Мы долго этого ждали. Последние наши гости, они говорят, что здесь безопаснее, чем в Нью-Йорке. Сюрпризом становится, когда они приезжают сюда и видят вот вековые памятники архитектуры. Маленький народ, но с многовековой культурой. Например, американцы, они многие поражаются. Они говорят, что, например, какая-нибудь башня в Джейрахе старше, чем их страна.